Добрый день всем. Сегодня переварила свою питоньку. У меня вот остались с прошлого, с позапрошлого года только две семечка. Из одной пачки одна семечка, из другой пачки другая семечка. Тут они вот как бы разные посмотрела, когда покупала. Но с обратной стороны петуния махровая каскадов один смесь. И здесь то же самое. Петуния махровая, каскад F1 смесь. Значит, они из одинаковой партии. Просто разные пакетики, разные фотографии. Посмотрим, какой цвет у меня зацветет. Я их посадила. Два семечка. Это было 27.01. И вот на сегодняшний день, 31 марта, вот они у меня уже вот такие красавицы. Они уже переполнили стаканчики, они были в стаканчиках. Я их пересадила вот в такие уже побольше вазончики, потому что она уже большая у меня. Вот уже тут имеются цветоносы, но, наверное, я их отщипну для того, чтобы она росла в дальнейшем покрупнее и быстрее, чтобы она дала корешки, чтобы она была сильная. И вот, вроде бы из одной пачки, но как-то листочки разные. Тоже вот цветоносик тут уже виден. И они по-разному растут. Вот есть уже пасынки дают. Классно, я и не думала. Никогда у меня вот не были вот такие красивые петуньки. Конечно, я и посадила и обыкновенные петуньки. Но они очень маленькие, маленькие, малюсенькие. Вот эти уже большие. Видно, что они растут. Нужно, конечно, их прищипнуть, чтобы они дали кустик. Вот я даже могу. Просто я хотела увидеть цветочек. Но чтобы она не теряла свой запас, вот я прищипнула. Пусть растет кустик. Здесь как бы тоже цветочек. Пусть растет кустик, чтобы кустик был красивый. Вот тут два цветоноса. Вот так. Они будут в дальнейшем расти в боковые. Всем пока-пока. Доброго дня! Петуньки.